Добрый день, дорогие голосанутые. Я очень рада, что мы в таком, как я и люблю, мы сегодня будем с вами вместе работать. Поэтому у меня какая просьба? Уже все, начало проработать. Присядьте все поближе, потому что так будет и неудобно, и вам будет удобно. И даже если получится, знаете, такой как бы... Сделаем маленький полукруг. Вот так вот. Чтобы мы все были в одной линии. Это будет очень важно, это будет очень, очень интересно и познавательно. Я могу такой, как полусолнце сделать вот так вот, да, чтобы не садить в третий ряд. Потому что у нас с вами вот. Или вы так присядьте, садитесь поближе, потому что мы уже начинаем. Конечно, на полтора метра. Полтора метра? Нет, просто кто хочет получать информацию, то мы с вами получаем. Итак, добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что мы все уже с вами знакомы. Я практически тоже с вами знакома, очень рада вас видеть. Очень рада, что вот у нас с вами получается такой момент. Сейчас была Москва, был курс. Теперь мой любимый Воронеж, потом будет Санкт-Петербург. Именно, наверное, тот диалог, который мы с вами сегодня проведем. Вивасан за безопасную осень, здоровье начинается сегодня. И здесь мы еще раз, кстати, вы всю эту лекцию знаете. Почему? У вас уже есть эти основы. Почему? Потому что 22 года, как компания Вивасан декларирует, 22 года мы с вами все время говорим о профилактике здоровья. Мы с вами все время говорим об этом направлении, именно то, которое на сегодняшний момент в связи с самоизоляцией, в связи с этим периодом ковида и вскрыло вот ту самую проблему, проблему первичной профилактики, проблему нашего с вами здоровья. И поэтому, прежде чем перейти к нашей лекции, я бы хотела, к нашему диалогу, я бы хотела спросить у вас, вот этот период, он для каждого был, скажем так, временем перемен. Он каждому из нас поставил какие-то задачи и какие-то откровения. Вот какие у вас пришли откровения? Вот могу сказать о себе. Для меня был это очень такой период непростой, но тем не менее я поняла две ценности, которые есть в жизни. Первая ценность – это, безусловно, здоровье. Причем я была как никогда счастлива, и вот этот командный дух, коллективный разум, коллективный иммунитет, вообще, как было приятно, что мои соседи здоровы. Я четко понимала, что моим соседям тоже очень важно, чтобы я была здорова. Понимаете, я никогда еще не ловилась, я на таком, знаете, как бы совершенно таком душевном порыве, чтобы все кругом были здоровы. То же самое, когда мы с вами сейчас пришли. Как вы думаете, вам важно, чтобы ваш сегодняшний коллега-партнер был здоров сейчас на этой встрече? 100%. Понимаете? Вот услышьте вот эту маленькую интонацию этого времени. Поэтому первая ценность, допустим, которая у нас с вами появилась, именно здоровье, причем она осознанная, это вот раньше мы там декларировали 22 года назад, да? А сейчас, благодаря этому периоду, мы четко понимаем, как важно, что это есть. А вторая ценность, я пока про себя, но это будет список весь ваш, было очень удивительно для меня, во всяком случае, вторая ценность, которую я поняла, финансовая подушка, финансовая какой-то определенная независимость. Согласитесь, в этот период многие люди столкнулись с тем, что да, мгновенно у кого-то не оказалось работы, у кого-то еще-то, и люди остались без возможности прожить завтрашний день. О чем это говорит? Это говорит о том, что, допустим, мы с вами сталкиваемся еще с одним обязательным моментом обучения финансовой грамотности. Помните, там говорили о том, десятина, если есть у вас какой-то доход, все равно отложите рубль, отложите 3 рубля, но все равно обязательно должна быть какая-то часть отложена. Это норма финансовой культуры, это важно.
И вот это тоже момент, когда мы с вами столкнулись с тем, что достаточно большое количество населения оказалось совершенно беззащитным. Не только в плане здоровья, но и в плане финансов. И это есть не что иное, как наша с вами ответственность, да? И на сегодняшний момент наш с вами навык. Я не прошу, но в Москве я просила, скажите, пожалуйста, кто этот период, именно который начался 25 марта, да, кто все-таки действительно смог экономически прожить? Молодцы, молодцы. Это очень приятно. Кто за этот период даже смог в какой-то степени увеличить свою доходную часть? Молодцы. А теперь мне стало как никогда понятно, знаете, в Библии сказано, да будут богатые еще богаче, бедные будут. Раньше меня это просто корежило, я прямо как-то возмущалась, у меня было. Теперь я могу вам понять и объяснить следующее. Нам с вами всегда необходим ресурс. Вот это то, о чем нам с вами показывает Бепульсар. Просто вот время, которое сейчас пришло, оно как никогда доказывает состоятельность наших с вами всех навыков, по которым мы с вами работаем. Помните, мы начинали по биопульсару, когда работали, и нам надо было как-то рассказать человеку, что если он сегодня не обратит внимания на сердечно-сосудистую систему, то он завтра, у него может случиться инфаркт. Человеку было это непонятно, потому что он хотел, либо у него сегодня инфаркт, ему или право, зачем ему завтра. Сейчас мы понимаем, и сегодня наша как раз об этом идет и разговор, что мы понимаем, соломку надо стелить сегодня. И если я по биопульсару вижу, что есть проблемы сидеть с сосудистой или печени, пока только на биопульсаре, и еще ни один анализ клинически не показал, это говорит о том, что есть момент, когда я могу совершенно себя укрепить и на осень быть готов. Поэтому следующий момент, ну это да, скажем так, я напишу такая вот финансовая подушка, ну, у кого-то может думочка, но самое главное, мы можем ее с вами увеличить, потому что и одно, и второе – это все еще тема энергии. Это мои ценности. Пожалуйста, скажите, вам вот этот промежуток вот, был дан таких вот именно перемен. Какую ценность вы для себя поняли? То есть вот как бы прошло и прошло? Нет. Я, в общем, как поняла, что нужно все-таки как-то что-то экономнее, отлично, что-то откладывать. Что-то отлично, откладывать. Начали откладывать. Конечно, вот что на будущее, что у меня должно все быть. Должно все быть. И это должно быть. Да, да. Так. Что не попасть. И вы начали это делать. Да, у меня все. Это очень важно. Почему сегодняшняя встреча? Она не будет теоретически. 22 года компания «Ивасан» рассказывает о профилактике. 22 года мы все время говорим о чем? Мы говорим о новом развитом профессиональном населении, как сказать, которое может само себя укреплять. И это действие. Это важно, действие. Скажите, пожалуйста, что вам этот промежуток времени дал? Какие откровения? Ну, у меня никак у всех людей, поэтому... Поэтому да, поделитесь. Ну, я 8-10 часов сижу за компьютером. Да. А когда пришлось еще больше общаться с компьютером, то да, я озверела. Так. Мне не хватало общения человеческого. Так. Меня лишили занятий спортом. Так. Меня лишили общения, тут мы приходим на клубы, на самом деле. Мне этого очень не хватало. Так. И не хватает сейчас. И не хватает сейчас. То есть какая ценность у вас? У вас возникла ценность общения, правильно? Да. Общения. Живого общения. Живого общения, да. Еще момент какой. Как вы понимаете, ограничения возникли в связи с чем? Копайте дальше. Почему возникла эта ситуация? Ну, потому что закрыли все. А почему закрыли? Ну, потому что вирус. Хорошо. А почему вирус так фундаментально, как сказать, поразил нас? Ведь это же... Молодец. Я думаю, что сейчас... Говоришь бесполезно. Подождите, мы сейчас не будем про общество, мы про нас. Вас как зовут? Татьяна. Татьяна. То есть я правильно понимаю, мы с вами понимаем, что есть очень величайшая ценность, которая называется иммунитет. Согласна? У кого-то есть другие это самое? Кто из вас занимается собственным иммунитетом? Мы постоянно поддерживаем. Да? Каким образом? Постоянно поддерживаем. Это ни про что. Можно поддерживать иммунитет? Конечно. А почему я слышала, что врачи говорят, что предъявить его невозможно? Конечно, конечно. Если это... Друзья, я вот... Значит, смотрите, вот такой вам момент.
вот эта ручка, да? Я могу вам сказать, попробуйте взять эту ручку. Чувствуете? И я могу вам сказать, возьмите эту ручку. Так иммунитет. Иммунитет, если мы сейчас как раз будем об этом говорить. Если бы мы с вами не могли поднимать иммунитет, друзья мои, то мы бы с вами сегодня не встретились. Согласны? Да. Поэтому вы должны понять, в каком контексте говорил этот врач. Это тоже будет, мы будем говорить. Так, иммунитет. Пожалуйста, каждый из вас, что конкретно вы делаете для вашего иммунитета? Спорт. Спорт. Отлично. Что вы делаете? У меня бьется и продукция, и у вас. Например? Через продукт. Фармас. Отлично. 5 баллов. Молодец, Танечка. Почему 5 баллов Тане за Фларамакс? Умница. 70% нашего иммунитета держится в кишечнике. Чувствуете? И когда мы с вами говорим про коронавирус, мы говорим с вами про легкие, куда мы должны будем с вами уйти? Наш чудесный кишечник, об этом будет речь. Как вы поддерживаете свой иммунитет? Ну, Вивасан, конечно. Вивасан. А что именно? Маринга. Может, маринга, классно. Да. Чем маринга интересна? Удивительный продукт. Оно идет на все случаи жизни. Первичная профилактика, вторичная и третичная. И на реабилитацию. Удивительный продукт. Что вы пьете для иммунитета? Витамины. Витамины. Отлично. Еще что-то принимаете? Тоже это продукт. Я уже вижу аудиторию, поэтому понимаю, как пойдет дальше. Что вы делаете для своего иммунитета, особенно вот сейчас, в этот период? Ну, я занимаюсь спортом 3 раза в 4 недели. И много пью воды. Отлично, очень хорошо. Скажите, пожалуйста, что вы делаете для вашего иммунитета? Я пиваю там комплексы куркумы. Например? И омега постоянно. И еще витамин С я добавила. Хорошо, ацерола. Прямо вся семья. Да. Валентина Викторовна, вы у нас сегодня цвета, обратите внимание, Валентина Викторовна у нас сегодня мисс защита клетки. Так а что вы делали в этот непростой период? Благодаря вас я спила вот защиту клетки. Я пропила флоранат там с собой, граната, там сейчас лет, да, зеленый чай, потому что летом, сами нам сказали, в сентябре надо это пить. Нигенол. Хорошо, что выводит. Хорошо. И ходить я начала. Много. Ой, наконец-то. Прямо мне стало приятно, больно. Спорт. Наконец-то. Шагов двух раз, не спешать. Прямо не спешить. Замечательно. Помимо того, что вам не хватало общения и спорта, вы что-то делали для себя, чтобы держать себя в хорошей форме с помощью Вивасан? Я же постоянно. А что постоянно? Нигенол и хорпагин. Нигенол и хорпагин. Хорошее направление. Так, вот вы скажите, пожалуйста. Да. Я эфирные масла, чайное дерево, эвкалипт использую. Какой именно вам нравится? Расслабься. Да. Тоже даже чуть больше. Я уже закончила подать на неделю. А скажите, пожалуйста, мы пока идем и дальше. Есть ли какие-то еще у вас откровения? Все-таки был сложный период, да? И вдруг, и ничего. То есть вы так, как бы, он прошел мимо вас, вы его не заметили? Или это самое, вообще ни о чем был? Какая еще была ценность? Поделитесь, что, вот вы вышли из этого, что вот, я согласна с вами. У нас никто не болел. Никто не болел? И даже не нас, например, не было. Классно. Ни у меня, ни у родственников. Отлично. Благодаря чему? Что делали? Во-первых, Вивасан 10 лет. Так. Чувствуете, срок 10 лет. Да. Это очень. А второе, эфирные масла Иммунфит. Угу. То есть на сегодняшний момент вот это, скажите еще у кого-то, вот так как я много езжу и могу сказать совершенно замечательную новость, из всего того круга Вивасан и тех городов, и даже стран, с которыми я общаюсь, нету ни одного тяжелого случая, чтобы мы потеряли нашего вивасановца. Причем именно отлично вы сейчас сделали акцент, со стажем 5-8 лет. Потому что именно за это время у нас с вами происходит полная трансформация. Это просто удивительно. В ваших сегодня окружении кто-то может сказать о том, что из ваших близких, который был связан с Вивасаном, принимал, и все-таки мы получили трагический случай? Ну, не трагический, а серьезный случай. Да, у меня сегодня я была, у нее одна... Муж принес домой. Она это кто? Моя потребительница. Сколько ей лет? 45. Сколько она в Вивасане?
Ну, пользуется лет 18. Лет 18 пользуется. Ну, если она муж принес корону, заболела, uh-huh. А муж, она, ну, недавно живет, дома еще делает. И он заболел короной, и не на работе заболел. Четыре человека, кстати, заболели, скрывали. Руководитель руководства скрывала. Так, женщина в реанимации, на ИВЛ? Нет, у нее было воспаление легких, и он тоже лежал. Ну, как бы все равно она вышла более хорошо, да, более хорошо. Ну, конечно, не напугана сильно. Очень хороший момент. Да, да. Очень хороший момент. Мы с вами говорим. Но косточки не помогли, когда она пила вначале. Сейчас, вот, сейчас мы это все обсудим. Да, да. Вот интересно, как вы можете. Мы это тоже с вами обсудим. Но я опять-таки, смотрите, мы с вами об этом говорим. Возможность заболеть есть? Есть. Возможность заболеть с осложнением есть, есть. Да, но самое, какая, сейчас мы и про прямой контакт говорим, но это очень те замечания. Но самое главное, мы говорим о том, что возможность выздороветь. Мы всегда должны понимать о том, что главное, как бы вы ни заболели, всегда знать, что при наличии хорошего иммунитета вы всегда можете выздороветь. Вот следующая у нас молодая девушка. Скажите, пожалуйста, какую ценность вам дал этот промежуток? Вот, что? Время сложно как-то удержать свои эмоции, свой негатив и показывать свою любовь за год, за то, казалось, гораздо сложнее, чем мне кажется. А после профилактики, соответственно, спорт, исключить все минусы и больше приятий. Какая молодец. У нас появилась еще одна ценность — семья. Причем с каким моментом? Терпение, да? Терпимость. Терпимость даже. Отличное слово. Хорошо, пойдем дальше. Но здесь понятно, Вивасан, что вам дал этот промежуток? Вообще вы заметили, что у вас был коронавирус где-то вокруг вас? Нет. Да. Я почему могу сказать? Тот, кто был занят делом, ну, конечно, как сказать, сначала на нас обрушился вот этот шквал информации, и мы даже погрузились, наелись, потому что это была просто мутная информация, а потом мы понимаем, что она мутная, и мы от нее уходим, потому что у нас есть чем заняться, да? Но, тем не менее... как вам сказать, наверное, это тоже надо было пережить, потому что еще появилась какая ценность к ясной, правильной информации. Это тоже очень важно. И вот сегодня мы с вами сейчас разговариваем, я хочу тоже, чтобы вы понимали, вот этот час-полтора, который мы будем работать, нам очень важно делиться правильной, ароматной информацией. Ваш вопрос мы сейчас обсудим. Скажите, пожалуйста, дальше, если вы не так хорошо, что вам дал вот этот период, какое откровение вы получили за период вот самоизоляции, ковида, как вот, что-то дал он вам этот период? Может, он вам дал разочарование, может, он дал вам боль, еще что-то. Про что был этот период в вашей жизни? Ведь это все равно, согласитесь, это 25-го, практически два, больше, около двух месяцев, да? Да. Это была ваша жизнь. Захотелось работать. Кстати, деятельность вообще заложена в человеке. Это очень у нас закрылся человек. Самое главное, что у нас, вы чувствуете, машины перестали ездить, предприятия, лебеди прилетели, дельфины там где-то стали плескаться. Вообще, думаю, природа вообще сказала, что сиди дома. Сиди дома, потому что стало лучше. Итак, это все те ценности, которые мы с вами приобрели. Я напишу, конечно, все умалчивают, но тем не менее, когда мы с вами говорим о том, что пришла пандемия, то здесь звучала пандемия, паника. Это, конечно, было колоссально, где-то до 90% населения, к сожалению, имели страх. И сейчас, как вы правильно рассказываете, он еще остался. Но наша с вами задача – это победить. Это очень важно. Итак, возвращаемся к компании «Вивасан». Компания «Вивасан» занимается моментом именно профилактики, но когда мы говорим об этом сегодняшнем периоде, и первая волна не закончится, но, возможно, будет вторая волна, тем не менее, задача медицины и наш с вами – это первичная профилактика. Первичная профилактика – то, чем мы с вами занимаемся. Вторичная профилактика. Вторичная профилактика. Существует критичная профилактика. Я не делаю из вас эпидемиологов, но тем не менее мы будем об этом знать. Да? И существует потом еще реабилитация. Реабилитация. Так вот, первичная профилактика – это та самая ситуация, когда мы прилагаем все наши усилия, чтобы не заболеть. Скажите, пожалуйста, кто в этот период из вас не заболел? Молодцы. Откроем страшную тайну. Вероятность того, что коронавирус был изобретен вообще впервые открыт в 1900
65-м году, и у него есть 42 типа, есть вероятность того, что вы где-то когда-то, может быть, одним из типов переболели. Но в целом я вас поздравляю. Второй момент. Вторичная профилактика – это когда человек может заболеть, но наша задача – перевести это все в легкую форму. Согласна? Согласна. Скажите, пожалуйста, в первичной профилактике у нас участвует ивосан? Безупречно и безусловно. Скажите, вторичная профилактика у нас с вами участвует ивосан? Безусловно. А вот когда мы говорим о третичной профилактике, это как раз тот самый момент, когда человек уже заболел тяжело, тяжело, и задача его состоит не допустить летального исхода. Это как раз те самые тяжелые случаи ИВЛ, это тяжелые случаи пневмонии, это тяжелые случаи госпитализации и реанимации. Скажите, пожалуйста, здесь уже это чей приоритет, кто здесь участвует? Наша медицина, наша классическая медицина, наша героическая медицина. И чтобы вы понимали, здесь, как раз уже, конечно, на первом месте будет работать медицина. Медицина. И вот сейчас все силы как раз брошены на развитие этого аспекта. Реабилитация, вот как раз ваш случай. Когда человек переболел, он выходит, сейчас доказано, после перенесенной инфекции ковида, где-то до 6 месяцев надо будет этим заниматься. Скажите, на реабилитации будет работать вивасан? Отлично. Вивасан работает. А теперь скажите мне, пожалуйста, можно ли в одночасье попасть вот в эту вот третичную группу, проснуться? Нельзя. Все равно мы с вами сначала когда-то были крепкие, потом у нас немножко пошел с вами иммунитет, мы заболеваем, и потом с вами, если вот этих усилий недостаточно, да, мы с вами переходим на тяжелое развитие заболевания, которое в последующем до 5-6 случаев из заболевших имеет неблагоприятный результат. Вам вопрос на засыпку. Мы все говорим о коронавирусе, нас всех немножко напугали, но тем не менее правильно статистика звучит. Скажите мне, пожалуйста, из заболевших 85% заболевших, 85% выздоравливают. Просто лежа дома, они пьют воду, они соблюдают санэпидрежим, они отдыхают. Я думаю, что кто-то из них пользуется вивасаном. Если 85% выздоравливают, это сегодняшняя статистика, они выздоравливают. Скажите, мы можем говорить о наличии неспецифического иммунитета? 100, ну то есть у вас есть иммунитет, ваша защитная сила? 85% это статистика. Дальше, 15% перешли у нас с вами в тяжелую форму. И только из этих 15% 6%, которым мы не смогли помочь. К сожалению, это тот самый тяжелый случай. Но если вот эти 6% взять отсюда, я могу вам сказать, статистически это, давайте скажем так, не подменять, что называется, понятие. Каждая потеря, которая произошла в этот период, она действительно эмоционально тяжелая. Эту тему мы не трогаем. Но если говорить о чисто статистическом варианте, это не самый большой процент. Но это как раз и вскрыло то, что это была достаточно тяжелая форма, на которой наша медицина тоже оказалась не готова. Да и вообще мы с вами как бы, вот сам по себе ковид, он оказался такой лакмусовой бумажкой. Он скрыл все наши проблемы, которые мы должны решить. И первое, что перед нами стала проблема, особенно вот передо мной, врачом и перед ним, какая проблема стала? Первичная профилактика. Почему? Потому что если ты этим занимаешься, понимаете, и правильно занимаешься, то в данном случае у тебя есть вариант, даже если сюда попасть, то в легкую форму. А если даже в легкой форме, то здесь надо очень постараться, что же случилось. И вот чтобы понять, что бы случилось, я хочу, чтобы вы все встали, сумочки свои поставили. Если у кого-то есть вода. Сделали глоток. Все меня хорошо видно. И теперь мы с вами сделали руки перед собой. Ровненько, прямо вот хорошо. На одном уровне. И вот уловите вот это состояние. Вот это ваше здоровье. Это еще называется баланс. Это еще называется гомеостаз. Это называется я здоров. Теперь по определенной причине. А теперь я вам скажу, сахарный диабет будет снижать ваш иммунитет? Правая рука иммунитет.
Правая рука пошла вниз, еще пошла вниз, пошла вниз. Левая рука символизирует внешние признаки инфекции. Вот она, нарастает инфекция, падает иммунитет. Вот запомните, вот этот шаг, и чем больше, вам тяжеловато, да? Да? Ну тогда поддержите, потому что вот этот шаг, я еще проверяю ваш шейно-стенозный хондроз, он есть не что иное, как наша с вами болезнь. Чем больше у нас инфекции, меньше иммунитет, тем у нас с вами серьезное заболевание. Это называется ИВЛ и все остальное. Чтобы нам опять стать здоровым, что мы должны сделать? Мы убираем инфекцию, левая рука уходит вниз, и мы с вами поднимаем иммунитет. Все согласны? Присядьте, пожалуйста. Немножко поработал плечевым поясом, понимаете о том, что нам это важно. Еще раз мы будем с вами вставать. И вот я хочу именно, это наша самая сегодняшняя тема, для чего мы с вами собрались. Вы должны понять, где баланс. Когда мы говорим о коронавирусе, я сегодня не буду, они уже спели песню, и вообще, как вам сказать, это удивительно вообще, как эти полуживое создание, там немножко это самое, нити этого РНК вообще ни о чем. Но это такой генный паразит. Вообще он всегда жил летучей мышью, и жил там, летучая мышь — это такое создание, где масса совершенно гадкой микрофлоры. Но стоит вопрос, а кто же вопрос? Пчелка куда прилетит? Где будет жить? На цветочек. Кто-нибудь видел пчелку на фекальной куче? Ну, не видел, вот правильно. Не, ну, правда. Ну, я не стояла, конечно, не ждала ее там, но тем не менее. Берем с вами муху. Давайте, вот муху на цветочке видели? Не видели. Где? А? Вы видели муху? Вот именно муху. Я, между прочим, специально в садах, вот, когда они цвели, вы знаете, ну нету там мух. Может быть, этот овод, еще что-то такое. Но если чуть-чуть отойти дальше, муха будет там, где ей положено. Уловите меня. Ковид наш с вами замечательный, наверное, когда-то станет другом, да? Вот именно. На сегодняшний момент вот этот вирус, он всю жизнь, да, он именно жил, вот этот именно вид, он жил в летучей мыши, совершенно он жил на такой вот, как сказать, на фекальной яме. Согласитесь, что со мной, что произошло с человеком, что он прилетел и сел? Муха прилетела на кучу, ковид прилетел туда, понимаете? Я хочу, чтобы вы сегодня просто элементарные вещи, они как бы, когда уходишь чуть-чуть подальше, все понятно. Поэтому вот наше с вами здоровье, вот оно здоровье, правая рука, опять встаем, будем сегодня работать. Это ваш иммунитет. Понимаете, а левая рука — это ваши внешние факторы, это, что называется, тут может у нас быть ковид, тут у нас с вами будут стафилококки, стрептококки и так далее, и так далее. И чуть у нас возникает баланс, у нас с вами возникает заболевание. Так вот скажите мне, пожалуйста, если правая рука — это иммунитет, а теперь начинаем думать, как вы думаете, сахарный диабет снижает наш иммунитет? Конечно. Давайте, да, не стесняйтесь, хорошо снижает. Да. Сердечно-сосудистая патология хорошо снижает иммунитет? Снижает. Отлично снижает, правильно? Если мы с вами пойдем, ковиды, метаболический синдром, да, ожирение, пищевые все, подагра, чувствуете, вообще ушли в никуда. Даже при наличии такого уже есть заболевание. Оно называется сегодняшней нашей проблемой, это не инфекционные заболевания, их катастрофа. Но это уже тот самый фон, чтобы прилетело, теперь чуть-чуть приподнимайте ручку, прилетел совершенно маленький непонятный ковид, вот он прилетел. Смотрите, мы создали какой шаг. Присаживайтесь дальше. Но чем интересна эта инфекция? Это вирус ассоциированный, это такой троянский конь. В чем заключается его, так сказать, определенная особенность? Его особенность заключается в том, что когда он попадает на благоприятную среду, а теперь давайте будем откровенны, муха прилетела туда, куда надо. Коронавирус чудесно жил в этой мыши. Он жил в ней, вообще он не собирался к нам в гости, я сразу могу вам сказать. Но если муха прилетает и видит, на что можно приземлиться, то тот же самый коронавирус, пролетая, когда нету никакого иммунитета, он тоже туда присядет, чтобы вы вот эти вещи понимали. И поэтому, пока мы с вами, что называется, работаем с левой рукой, да, мы должны с вами убирать инфекционный агент. Мы все сейчас над этим боремся, правильно? Нам хочется. Но если я сейчас инфекционный агент убираю, но иммунитет мой маленький, то завтра прилетит еще волшебный в голубом вертолете, завтра прилетит там какой-нибудь бабочкин вирус, мы пережили с вами свиной, мы пережили с птичьей, там, я не знаю, еще что-то такое. Друзья мои, когда у нас, что называется, совершенно нет защиты внутренней,
то все, кто находится, что, как сказать, извне, они все будут нам, к сожалению, врагами. Читайте классику. Классика «Три веселых поросенка». У кого был самый крепкий домик? Вот этот домик – ваш фундамент. Крепкий домик, он олицетворяет ваше здоровье. Это очень важно. Это ваш иммунитет. Поэтому еще раз стою. Еще раз работа здоровья, проверяем машину, стаканоз. Я хочу, чтобы вы понимаете, на мышечной памяти. Вот это ваш баланс. Чудесно. Ваш баланс. Теперь смотрите, у вас хорошо с иммунитетом, но тем не менее вы волонтер. Вы пошли спасать, предлагать же, вы идете работать в больницу с больными с ковидом. Правильно? И у вас в этот момент что? Может возникать больше момент инфицирования. Да? Если у вас есть это инфицирование, то возможность заболеть у вас есть? Есть. Значит, но у вас отличный иммунитет. Сама по себе возможность есть, потому что вы находитесь в эпицентре. Это я про тех врачей и тех медсестер, которые работали. Поэтому здесь какая основная проблема идет? Нам надо найти момент, который убирает это инфицирование. Правильно? Обязательно. А если тот же самый врач, и вы волонтер, и вы не 8 лет в Вивасане, а у вас, извините меня, последний раз вы какали 3 дня назад, и воду вы не пьете, давайте правую ручку вниз, да, и сладкое, шоколадки любите, и все. Какой из вас волонтер? Никакой. Сидите дома и поднимайте свой иммунитет. Присели, пожалуйста. Просто сегодняшний какой идет момент встречи? Чтобы вы себе возбудили собственную ответственность за то, что с вами происходит. И я еще раз говорю, чтобы вы понимали, что муха прилетит в определенное место. И когда мы с вами имеем, что называется, вот это коронавирус, я говорю, вот ген модифицирован, такой, это генный паразит. Он вирус ассоциированный. Вот сейчас думают вакцинации и так далее. Но она, наверное, будет поливалентно, чтобы вы понимали. Он настолько лобильный, он настолько видоизменяется. То есть, допустим, пришел коронавирус в красном платье. Мы на него с вами сделали вакцину, да? А он завтра нас посещает там в каком-нибудь в желтеньком. И получается, уже не работает. Ученые должны над этим вопросом работать, вакцинация. Но я-то над чем должна работать? И вы лично над чем должны работать? У вас есть вот эта замечательная правая рука. Почему? Потому что когда именно коронавирус входит уже на этом иммунитете, на этот шаг, вы понимаете, что происходит? Он открывает шлюзы всей той внутренней инфекции, я могу сказать, всего того удобрения, которое, к сожалению, у нас есть. И вы же понимаете, что у нас возникают вторичные инфекции. И самое главное, это грибковое поражение. Грибок никто не надул. Грибки живут у нас с вами в кишечнике. Живут стафилококки, стрептококки. Но мы как-то пытаемся периодически их сдерживать. Сам по себе коронавирус, он, как вам сказать, он сочный. Именно, как сказать, такой элемент команды. Как только он поступает, он тут же, что называется, восстал из ада, он начинает возбуждать вот эту всю патогенную микрофлору, которая есть. И она открыты все шлюзы. И вот это все пошло. И когда это происходит? Это опять-таки происходит на том моменте, когда у нас с вами совершенно беззащитная иммунная система, которую мы годами с вами теряли. Поэтому, когда мы вот здесь вот с вами говорим, обратите внимание, когда мы говорим про 6%, хочу здесь выступить в защиту людей, которых мы как-то сейчас, да, после 65, прямо вот 65-летние, друзья мои, как бы так сложилось в обществе, но Вивасан будет менять это стереотипы, глядя на нас с вами. Представьте, мы с вами видим два человека, два мужчины, одному 30, другому 65. Мы просто, я говорю, ты знаешь. И вот я говорю, ты знаешь, у одного из них сахарный диабет, недавно перенес инфаркт, вообще у него подагра, и это самое, по-моему, не работает одна почка. Одному 30, другому 65. Как вы думаете, о ком мы будем думать? Мы будем думать, которому 65. Так вот, я хочу, чтобы Вивасан и мы с вами, мы поломали с вами этот стереотип. 65 – это не диагноз. Особенно, когда сейчас мы с вами говорим о том, что человек может прожить 120 лет. Друзья мои, живите 120 лет. Вот именно, живите счастливо. Поэтому, так как Вивасанцев пока мало, поэтому на всех пенсионеров одели, что называется, эти маски и так далее, и так далее. И заклеймили их. Почему? Потому что, к сожалению, вот про эти 6%, которые, как сказать, не смогли справиться, да? Что там было?
Все говорят, это были пожилые люди. Друзья мои, вы должны понимать, не пожилой человек иммунитет, а то, что у него есть. Там был сахарный диабет второго типа. Вы же читали информацию, да? Там сердечно-сосудистая патология достаточно тяжелая. Там идет метаболический синдром, это ожирение. Там идет нарушение со стороны почек. Там, я еще раз говорю, самый элементарный метод. Кто из вас 3 дня никак, и тоже можете сразу, как сказать, понимать о том, куда мы с вами идем. Вот именно вот это, то, что резко снизило наш с вами иммунитет, привело к тому, что прилетел совершенно, как сказать, безобидно, вот он такой вот. Вообще, понимаете, это мало, это коронавирус, он вообще может жить только в клетке. Причем он вот это специально, у него вот такие вот отверстия, то есть он ищет где-то, он искал свою мышь, а встретил большого человека. И в этом как раз и мы должны понимать, и в этом сегодняшнее откровение наше с вами. Не превратиться в мышь, держите свой иммунитет. У нас, вы не представляете, какие колоссальные защитные силы, которые есть в организме. Это теперь уже вот возвращаясь к сегодняшней теме, когда мы говорим о этой эпидемии, какую затрагивает прежде всего на систему? Дыхательная система, да? И когда мы говорим о дыхательной системе, что там происходит? Происходит дефицит кислорода, да? О2. А теперь вам вопрос. Сколько человек может прожить без еды? Около месяца, среднестатистически, вот около месяца. Сколько человек может прожить без воды? 7-10 дней. Да. Сколько человек может прожить без сна? Около 5 дней, если мы не давать, это были такие опыты тяжелые в свое время, да? 5 дней. Сколько человек может прожить без дыхания? Я могу вам сказать, да, спустя 1 минуту мы с вами, я не буду сегодня проводить пробу Бутейка, потому что у нас как бы время ограничено, а так вы можете дома провести пробу по Бутейка, то есть вы делаете обычный вдох-выдох, на выдохе задерживаете дыхание и посчитайте, сколько секунд вы проживете, пробудете без такого, как вам сказать, момента, оговорка хорошая, да, очень хорошая, но это, наверное, к чему говорится, чтобы вы понимали, что питание нам надо добыть. Кстати, выпейте воду за свое здоровье, за вас. Воду нам надо с вами выпить, сон может быть как-то нас будет. А представляете, а вот дыхание, оно вам дано вообще как дар. Вы все время находитесь именно в присутствии нашего воздуха. Причем у нас с вами есть пассивное и активное дыхание. Оно вам дано. И если мы с вами уже дожили, что называется, до тех книг из будущего, когда говорили, что вода у нас будет бутилированная, когда, понимаете, вспоминайте мои детства. Если мне сказали, что я буду покупать воду, я точно решила, что это как-то не про это. Сейчас мы действительно с вами пьем очищенную воду покупать. Говорят о том, что когда-то, может быть, мы будем с вами и покупать воздух, да, кислород. Друзья мои, мы никогда этого не будем делать, мы этого просто не допустим. И если не мы с вами это не допустим, то это не допустят вселенские законы. И поэтому все, что с нами сейчас происходит, это как раз вариант того, как мы с вами загадили нашу Землю. Потому что, получая кислород из воздуха, вы не представляете, сколько канцерогенов. Вы не представляете вот эти технические выбросы. Вот именно вот эта пыль, загазованность, вот эти тяжелые металлы. Это все настолько тяжело, и это все у нас с вами оседает, и это тоже, что влияет на наш с вами иммунитет. И вот сейчас, наверное, какая-то должна быть точка отсчета, чтобы мы немножко развернули сторону планеты. Но есть такой хороший момент. Хочешь изменить мир – меняйся сам. Так вот, когда мы говорим сегодня о дыхании, о необходимости кислорода, именно только присутствие кислорода, который поступает, у нас происходит что? Все наши с вами там питания, все, что мы с вами съели, именно это переводится в энергию только в присутствии кислорода. Без кислорода жизни вообще невозможно. Все наши метаболические, то есть всю ту энергию, которую мы с вами имеем, это идет только при наличии кислорода, который мы с вами получаем, как Божий дар. Вот он вокруг, кислород. Причем это идет очень интересный, вот он пошел вдох. Причем, ну, настолько мощно все интересно устроено. В основном мы дышим с вами через нос, все согласны, да? Здесь у нас с вами есть
такие вот волосики. У взрослых мужчин, у дедушек их еще больше. Это уже первая наша с вами защита. Вот эти волосики уже на себя абсорбируют эту большую грязь, большую пыль. Дальше, когда поступает воздух, он тут же увлажняется, потому что есть такое понятие, он называется, послушайте, мерцательный петели, мерцает. Что вам сразу? Звезды, звезды. Или, знаете, это вот ковыль. Почему? Потому что он так устроен клеточки, что на клетке обязательно есть такой волосик. Он тоже улавливает. Он тоже улавливает. И когда поступают вот именно вот эти мелкие частицы, то помимо того, что выделяется секрет, это обязательно, чтобы обволакивающий именно мы собираем эту пыль, и потом этот мерцательный петель начинает гнать этот мусор на выход. Если он очень тяжелый, то он здесь доходит до надгортанника, и потом, знаете, куда попадает это все? Это попадает в желудочно-кишечный тракт, попадает в желудок, где он там воздействием соляной кислоты убивается. Причем воздух попадает обязательно до наших окончательных легких, да, вот здесь у нас сердце, до легких, когда он идет, он должен быть влажный, обязательно, теплый, и он должен быть чистый. Вообще на уровне легких, где находится альвеол, вообще как таковая там должна быть операционная. И вот этот весь ход, который идет, он весь рассчитан на том, что там идет постоянная очистка, причем именно срабатывает как чисто механически. Здесь выделяется эта слизь. Даже когда, допустим, попадает в первую эпителиальную клетку, попадает коронавирус, что он делает? Он начинает это, в этой клетке забирать все ее активные вещества и быстро-быстро тут же размножается, клетка погибает, он выходит дальше. Но вместе с тем вот это большое количество слизи, наполненное этим вирусом, это опять-таки идет на выход. Знаете, как Авгеевый конечный. То есть наш организм, он имеет настолько колоссальный резерв быть здоровым, что это, но это удивительно, насколько мы можем этот весь иммунитет посадить на нет. Просто на нет. А почему? Потому что, как вы думаете, если воздух сам по себе поступающий должен быть увлажненный, нам надо пить воду? 100% надо пить воду. Потому что за каждые сутки наши легкие перерабатывают 17, чтобы вы понимали, там идет 17 тонн воздуха мы прорабатываем. Из них 200 миллилитров воды мы с вами выделяем. Это обязательно. Во-вторых, в легких это совершенно тут необыкновенно такая система альвеолы, конечно. Да, это своего рода такое, так сказать, образование, в котором находится воздух и в котором находится кровь. Раз там находится кровь, потому что постоянно происходит газообмен. Скажите мне, пожалуйста, система легких зависит от сердечно-сосудистой системы? Как? Безусловно. Вот она с вами 6%, вот она сердечно-сосудистая патология. А сейчас еще одно будет удивительное откровение. Когда человечек внутриутробно разбивается, у него появляется первая трубочка, ну, это самая клеточная, это нервная трубка, центральная нервная система, головной мозг, все. Потом у него развивается вторая трубка, это наша с вами сердечно-сосудистая патология. А потом у него есть третья трубка, она называется кишечная, причем очень интересно. Когда кишечная трубка развивается, на определенном этапе она разделяется, и из нее образуется отдельно дыхательная система, а потом она уходит дальше, идет дальше пищеварительная трубка. Все, кто занимается биопульсаром, да, вспоминайте, пожалуйста, когда мы с вами вспоминаем меридианы. Нос, легкие, и что, чем заканчивается? Толстый кишечник. Толстый кишечник. Вот так вот я нарисую такой импозантный нос. Получилось, вот тут даже волосы, чтобы было понятно. Да. Дальше у нас с вами здесь легкие, а здесь у нас с вами пошел толстый кишечник. Вот это единый меридиан. Более того, вы понимаете, что это одна и та же клетка изначально. А теперь, когда мы с вами знаем, что 70% нашего иммунитета, вспоминаем нашу правую руку, находится в кишечнике, а теперь еще больше скажу, 21 век, и мы с вами, это командный век, героев-одиночек уже нет, и ковид не единственный.
он вирус ассоциированный, и он, когда попадает в нашу среду, он быстро, что называется, вызывает всю патогенную микрофлору. И вы уже знаете, что есть такое понятие кишечный геном. Мы уже говорим о том, и это было в прошлом, моя лекция, вспоминайте, сейчас еще раз вам напомню, вы все состоите из клеток, структурная единица. Так вот, внутри вас на одну вашу клетку математически приходится 10 клеток вирусов, бактерий, микробов, грибков, паразитов. Поэтому я иногда и говорю, к вам могу сказать, друзья мои, может быть, это мой кишечный геном, сейчас разговариваю с вашим кишечным геномом, потому что их внутри нас гораздо больше. И сейчас доказано, что именно они и диктуют и настроение наше, и поведение наше. А теперь возвращаемся к иммунитету, да, кишечник. Скажите мне, пожалуйста, один из обязательных требований, когда возникают даже малые признаки, но я могу сказать, не ждите малых признаков, в плане питания исключить простые углеводы. Это очень важно. Более того, сейчас есть определенная теория, когда человек по какой-то причине имеет тягу к сладкому, причем, знаете, к самому противному. Нет бы черный изысканный шоколад, да? Нет бы на цветок полететь. Так нет же, муха летит, понимаете, альпенгольд, вот этот молочный, вот эта вот труха, еще какие-то. Все дело в чем? Считается, что вот эта привычка к сладкому, это есть не что иное, как призыв вашего именно, ну не вашего, уж не едите этого, конечно, тоже глистной инвазии. То есть чудесные глисты, которые внутри вас живут, они говорят, хочу сладкое, хочу сладкое. И это не то, что я расстроилась, и мне нужны эндорфины. Понимаете, как вам сказать? Эндорфины нужны, помойте полы, пойдете в лес, что называется, накормите собачку. Именно когда тянет на сладкое, мы с вами кормим вот эту, что называется, дремучую, патогенную, злую микрофлору. Вспоминаем Илью Ильича Мечникова, 100 лет назад, величайший ученый, который первый открыл фагоцитоз, мы сегодня будем говорить про аутофагию, он сказал, надо дикую среду своего кишечника преобразовать в благородную команду, которая будет нам помогать. Поэтому вот сегодня, когда мы говорим, мы за безопасную осень, как вы считаете, что нам надо за этот период сейчас восстановить? Желудочно-кишечный тракт. Надо восстановить нашу с вами эвакуацию. Не держите, не собирайте, что называется, вот эти вот камни. Отдайте их Отечеству, отдайте их это самое. Еще подарите японцам, у них островов не хватает. Так вот, вот это тот самый момент, где мы начинаем формировать наш иммунитет. И когда мы говорим сейчас про поражение легких, да, все-таки же мы об этом с вами говорим, там происходит очень интересная ситуация. За счет, очень интересно, но это опять-таки, вот допустим, я могу для себя сказать как врач, пациент изменился. Вот когда я начинала работать, ну это было достаточно, скажем, давно, для нас, допустим, там первичный рак поджелудочной железы, это был нонсенс, этого не было. Сейчас это достаточно сплошь и рядом. То есть поменялась структура заболеваемости, но она почему поменялась? Потому что мы с вами поменялись. И поэтому, когда мы с вами говорим о сегодняшней проблеме, она тоже говорит о том, что человек поменялся, у него изменился. Да, с одной стороны, это группа, которая стала жить 80-90. Поэтому вот то, чем занимается сегодня компания Vivasan, мы за красивое, здоровое долголетие. Что если человек там, что называется, прожил 110 лет, и последние 30 лет он был в памперсах и не помнит, как его зовут? Это вообще ни о чем. Есть качество жизни и есть еще именно долголетие. Так вот здесь, сегодня, чтобы вы понимали, наша стоит какая задача? Освободиться. И вот именно, как сказать, освободить свой иммунитет. Тогда я вас уверяю. Ну, приведи завтра еще кто-то, чтобы вы не боялись. Вторая, третья, четвертая волна. Это мир, и в этом мире все может быть. И вы это теперь понимаете. Не это должно вас настораживать, да? И ученые должны развиваться. Это интересно, действительно, как сказать, и по этой вакцине, и так далее, и так далее. Но я-то, да, особенно Вивасанович, какая ваша задача лично для себя? Заниматься собственным иммунитетом. Еще раз, хотите изменить мир – меняйтесь сами. Вот как-то вот так это все понятно, и поэтому возвращаясь к физиологии. Когда мы с вами говорим о воде, когда мы понимаем о том, что желудочно-кишечный тракт и наши с вами легкие – это единая система слизистой, в
который просто колоссально есть именно иммунный запас. Но что мы с вами можем сделать, если мы начинаем, вот оно, питание, есть все подряд. Царская Россия, статистически на одного маленького ребеночка, который родился, и до старичка, средняя потребляемость сахара в год, 2 килограмма. 365 дней, как понимаете, маленькие лялики, это статистика. На сегодняшний момент средняя потребляемость сахара в России 46 килограмм. Теперь понимаете, что маленькие детки не едят, как бы старички, может, не очень. Вот оно, основное наше с вами население. 46 килограмм. Сахар, а я вам сейчас сказала. А если мы сахар едим, это кто нам привет передает? Блисная инвазия. Значит, извините, при чем здесь мышь, которая там летела с ухами? Если я так сам хожу со своими богатствами. Поэтому, может быть, как сказать, нам сейчас, я даже думаю, что мышь должна нам претензию предъявить, почему человек явился резервуаром этого негодяя ковида. Обратите внимание, почему вот так страстно, может, я вам говорю. Вы должны понимать, что вот внешне, вот он баланс, вот он баланс. И мы с вами абсолютно, понимаете, как сказать, наш с вами организм, это такая вот отлично сформированная, вот защитная держава. Мы действительно по иммунитету, то, что нас вышло, она держава. Но если мы сделали все для того, чтобы иммунитет ушел, какая разница, кто завтра прилетит, это все равно всегда будет опасно. Причем даже теперь, смотрите, переходим к нашей замечательной компании «Вивасан». Когда мы говорим про инфекцию, да, на снижение инфекции, сколько у нас препаратов, которые четко на это работают? Безусловно, косточка. И я хочу, мы сейчас ваш вопрос рассмотрим. Скажите мне, пожалуйста, у кого дома еще нет косточки? У всех есть? Давайте, у кого есть дома? Ну, выпили. Выпили? Сегодня Почему? Потому что это наша с вами аптечка. Как только начинаются первые симптомы, или, допустим, я сейчас в поездке, или вы пришли, как-то вам не здоровится, вы сразу понимаете, даже если какой-то агент пришел, я не знаю, про что он, да, но он будет напрягать мою иммунную систему, я могу профилактически выпить 5-7 капель в зависимости? Безусловно, я могу. Если первые наши с вами, что называется, ворота инфекции, если мы говорим о сегодняшнем респираторном заболевании, в области носа, я могу прополоскать, сделать раствор и прополоскать нос и горло? Безусловно, я могу это сделать. Это тот самый навык, который, как вам сказать, который, я думаю, что лет через 50 он, наверное, будет. Сейчас пока мы с вами на уровне летучих мышей, поэтому человечество учит пока только мыть руки. Ну, кстати, 21 век, Всемирное здравоохранение рассказывает о том, что надо мыть руки. Но, наверное, какому-то населению это надо было услышать. И я очень рада, что это действительно есть так. Да? Второй момент. Мы теперь понимаем, что не надо, если вы заболели, вы чувствуете. Вы являетесь источником. На этот момент надо посидеть дома. Это, как вам сказать, это неприлично. Сейчас это даже уголовное дело. Сейчас это даже с ваш штрафы большие возьмут. Но я хочу призвать к вашей нравственности. Если человек заболел, вы представляете себе определенную опасность, посидите дома, выздоровите. Причем опасность это и для окружающих, но и для себя. Потому что когда вы ходите, работаете, ваш иммунитет еще больше падает. Итак, заболевайте, у нас с вами есть косточка, она должна быть обязательно в вашей аптечке, а второй момент, безусловно, чайное дерево. И здесь опять-таки мой такой благодарность, ну, абсолютное уважение, наверное, восхищение и признание. Когда 22 года назад компания «Вивасан» пришла на рынок, с чем пришла компания? Видимо, уже тогда Томас выглядел. Она пришла с эфирными маслами. Почему? Потому что я вам сказала, самые интимные взаимоотношения, самое на сегодняшний момент, наверное, как сказать, бесконечное, такое безграничное, неограничное, это наше с вами взаимодействие с воздухом, с атмосферой. Это то, что есть. И компания «Вивасан» сразу же пришла с эфирными маслами. Вы не все можете сейчас в городе Воронеже, что называется, изменить экологию. Давайте будем откровенны, да? Мы не все можем решить вопросы по улучшению качества воздуха, ездить, продолжать машины. Но, тем не менее, как сказать, изменить вокруг себя атмосферу и улучшить качество вместе именно за счет эфирных масел, иммунитета местного нашими эфирными маслами 100% можно. И поэтому компания пришла на рынок с эфирными маслами. Именно сейчас я считаю, что это просто ноу-хау в сегодняшнем нашем промежутке до следующей осени. Нет ничего более правильного,
как дойти, что называется, и улучшить нашу именно дыхательную систему через слизистую, через эфирные масла. Поэтому я вам сейчас, так как мы уже проработали 55 минут, я предлагаю сделать маленькую профилактику. Что у меня в руках? Совершенно потрясающий спрей. Мама Мия. Есть еще такой же аналог спрея «Расслабься». Он мне тоже очень нравится. Здесь как раз то, что очень много обсуждалось, не буду переходить до анекдотов, но тем не менее, у нас с вами здесь есть и вода, и спирт. Со спиртом было тоже много очень интересно. Но здесь именно на основе комбинации масел. Причем здесь именно подобрана та самая, я бы сказала, композиция, которая создает тот молекулярный колпачок и предотвращает, и позволяет нашим с вами именно слизистой противостоять всему той гадости, которую мы с вами вдыхаем. Что вы сейчас делаете? Что делаю я? Ну, просто чтобы я нос. Вы делаете два пшика. Больше не надо. И верните его мне обратно. Для чего я это делаю? Потому что у нас с вами сейчас идет холодная ингаляция. У кого еще нет дома этой композиции? У всех есть. И нету? Вот, значит, вам сегодня подарок, вы узнали эту информацию. Мы с вами находимся в транспорте, мы с вами находимся в помещении, мы с вами сейчас работаем. Я знаю, что вы все здоровы, но тем не менее, придя домой, я всем советую 5-7 капель косточки выпить. Почему? Потому что все-таки мы были в концентрированном таком помещении, и все выдыхали то, как сказать, что там, не у всех пчелки, кто-то еще там с чем-нибудь. Так вот сейчас мы с вами создаем ту самую защиту на 12 часов. То же самое вы делаете с своими детками, да, когда отправляете, ну, сейчас у нас мы сидим дома, но тем не менее, школа была, садики были. Вы можете это делать на подушечку, когда ложитесь спать. Вы можете это использовать, ну, как сказать, наверное, во всех случаях, когда вы не можете изменить весь мир, но вы хотя бы можете создать вот этот молекулярный эфирный колпачок. Это должно быть дома у каждого. Если это нет, то я вам еще раз предлагаю, потому что изменить всю атмосферу нельзя, но хотя бы вокруг себя, знаете, как сказать, создать такой вот именно благонадежный момент иммунитета, это очень важно. Но это все мы с вами как вот говорим сейчас на то, что идет противовирусное. Причем и терпеновые такие вот масла, эфирного масла чайного дерева. И на сегодняшний момент экстракт грейпфрутовой косточки. Очень люблю, потому что эра вообще-то как такового антибиотика начинает заканчиваться. И это правильно. Антибиотики как таковые, они будут возникать и разрабатываться. Но, друзья мои, их задача вот в этой ситуации. А вот во всех вот этих ситуациях, смотрите, идет вивасан, вивасан, вивасан. Поэтому встаем еще раз. Делаем наши с вами вдохновенные балансы. Кстати, это очень хорошее для шейного. И самое главное, пока мы это вот так вот делаем, у нас даже немножко грудные мышцы работают. Так вот, скажите мне, пожалуйста, когда у нас с вами вот она, левая рука, эта инфекция пошла вверх, да, инфекция пошла вверх, уже мы видим, шаг появился, значит, появилась болезнь. Каким чудесным образом мы будем уменьшать эту инфекцию? Что мы делаем? Чайное дерево, правильно? И косточка. Вот оно пошло. Согласны всем? А теперь опустили ручки. Молодцы. А теперь опять. Что с этим сегодня будет? Кто-то хотел со спортом? Сегодня фитнес-клуб. Вот у нас с вами правая рука. Теперь опустили совсем вниз. Ручку опустили. Туда все наше, все мухи ушли вниз. Теперь для того, чтобы поднимать иммунитет. Скажите, пожалуйста, правильное питание поднимает иммунитет? Да. Вода поднимает иммунитет? Сон поднимает иммунитет? Правильно? Дальше. Монфит поднимает иммунитет. Правильно? Витамины поднимают иммунитет. Молодцы. Похлопали себе. Я просто хочу, чтобы вы сейчас уловили компанию «Вивасан», чтобы вы понимали, сама, как вам сказать, линейка наших продуктов, она направлена на здоровье. Вот именно продуктов, которые направлены на бактерицидный, я могу сказать, противогрибковый, противовирусный состав. Их несколько. А вот для того, чтобы поднять вот эту, как вам сказать, колоссальную защиту организма нашего иммунитета, вы посмотрите, вот это все про это. И мы сейчас с вами пробежимся, но первое я хочу, тем более я сегодня очень рада видеть вот именно в вашем костюме Валентину Викторовну. У вас этот продукт уже был, но он разошелся везде.
Он разошелся везде, в Санкт-Петербурге его тоже нет, в Курске его тоже нет, в Воронеже нет. Но к середине этого самого августа он обязательно появится. А уж точно на сентябрь-октябрь он будет. Кто этот продукт уже пробовал? Как хорошо. Какой дозировки пьете? Один раз, две капсулы. Очень хорошо, это профилактически. Как вы думаете, этот препарат мы можем пить там по 2-2 раза, по 2-3 раза? Да. Можем, молодцы. Потому что 1-2 раза – это профилактическая доза, которую мы делаем сейчас. Правильно? А если начинается заболевание? А теперь скажите мне, пожалуйста, почему я его так трепетно держу и вообще считаю, что это, наверное, при всех этих продуктах сейчас наиболее важный препарат. Этот препарат называется «Защита клетки». Когда мы с вами говорим о иммунитете, обычно мы, как мы сказали, говорим о Т-лимфоцитах, о гуморальном, а здесь мы прямо вот непосредственно подошли к клетке. Клетка в организме, как мы с вами, развивается постоянно, в ней идет период обновления, и поэтому вы уже знаете, особенно кто занимается косметологией, красотой, обновление клетки кожи за сколько идет? В среднем молодой женщины, да, от 10 до 30 дней. Поэтому, когда вы видите перед собой женщину и начинаете, как бы, рекомендовать тот или иной крем, то по ее возрасту вы понимаете, на молодой девушке этот крем отзовется и даст уже результат в течение 10-30 дней. Женщина, которая уже будет 45, там точно кремом надо будет пользоваться, где-то ориентировочно уже от 30 до 1,5 месяца. А когда вы уже имеете такую, как сказать, серьезную даму 45+, ну что я подразумеваю 60, то в данном случае крем уже даст свою результативность с учетом возможности восстановления клеток уже через 2 месяца. И когда вы это знаете, это чисто наша с вами именно, как сказать, физиология, то уже и женщина будет рассчитывать на том, что завтра ей не будет 20, но через 2 месяца на этом креме она получит результат. Линейка кремов, я думаю, что все видели последнее в этом Фейсбуке, антивозраст, это самое, Томаса Гилфрида, совершенно потрясающая статья. Да. Да, да, просто потрясающая статья. И вот там как раз это все расписано. А теперь мы с вами вернемся к этому замечательному продукту, который мы все ждем, и он у вас тоже будет. Так вот, клетка, она имеет тенденцию, что называется, жить, развиваться, и как у нас это все происходит, она восстанавливается, но какой-то строительный мусор, продукты жизнедеятельности у нее остаются. И в клетке заложена вот эта программа аутофагии, то есть клетка сама себя убирает. Это действительно заложено. Но по мере того, как мы с вами болеем, взрослеем, не пьем воду, кушаем сахар, что называется, завидуем соседке, может еще что-то нам не нравится в этой жизни, получается, в клетке собирается мусор. У всех, ну, у кого-то же есть старенькие родители. Если они живут от вас далеко, то вы же периодически ездите и все-таки моете у них домик или квартирку. Ну, потому что уже не так они убирают, но потому что это возраст. Так вот и клетка. С течением времени она уже не может так заниматься своей очисткой, а тем самым это как раз одна из программ здорового долголетия. И она начинает потихонечку накапливать мусор, который приводит к снижению иммунитета. Вот именно этот удивительный продукт защиты клетки – он из сырья пшеницы, а для вас еще могу сказать, активным веществом, вообще знаете, кто знает, что является активным веществом этого препарата? Спермидин. Спермидин. Вот это вот, понимаете, это прямо как сперматозоид, видите, я нарисовала, но это, по-моему, это про другое место. Так вот именно спермидин, почему так называется? Это активное вещество, это белок, он был впервые выделен, действительно, из мужского семени. А потом в последующем, это было уже найдено и в других продуктах, это было найдено и баклажаны. И самое главное, что если пшеницы самое большое количество, 243 миллиграмма на килограмм, почему мы используем эту пшеницу, то второе 207 миллиграмм на килограмм есть в сое. Поэтому все понимаете, почему такой необыкновенный процесс, продукт фито-40. Так вот именно на сегодняшний момент мы с вами получили тот самый продукт, который заводит. Знаете, вот сейчас есть удивительные такие, я называю Гюнтер, такие пылесосы-роботы. Вот он там ходит без вас, все это убирает и так далее, и так далее. Вот это своего рода тоже самый Гюнтер.
Это та же самая система, которая начинает заводить аутофагию. То есть мы начинаем с вами генералить наши клетки. Причем в данном случае, если даже когда квартиру там дома брали, сохранить вот, больше энергии, светло становится. Точно так же. Этот продукт удивительно энергичный. То есть он на сегодняшний момент дает нам возможность аутофагии, аутос, внутри фаги я пожираю, то есть убираю свой собственный мусор. И тогда, мне кажется, мне не придется в следующей лекции говорить там про этих, вот, я долго говорила, о мушках, я говорила о пчелках. Вот это я могу сказать, это все, чтобы вы стали пчелками, чтобы, как сказать, чтобы вы стали цветочком или еще чем-то. Этот продукт сейчас один из, наверное, ведущих, когда мы говорим о системе геронтологии. Это один продукт из ведущих, когда мы говорим с вами о сердечно-сосудистой патологии, потому что он прекрасно работает, предотвращает старение сосудов. Это удивительный продукт, который у нас с вами работает на головной мозг и как профилактика Альцгеймера. Хотя работа на биопульсаре, я пришла к какому выводу? Наш мозг имеет колоссальный резерв, но просто неправильно его использование приводит к тому, что мы приводим себя к Альцгеймеру. Альцгеймера не должно существовать в человечестве. Но что-то, видимо, какое-то мы себе позволяем неправильное поведение. А теперь обратите внимание, сахарный диабет, сердечно-сосудистый, метаболический синдром, вот сюда, да, это как раз вот та группа пострадавших, которая, к сожалению, к определенному возрасту, да, приобрела эти заболевания. И поэтому, когда я сейчас говорю про этот чудесный продукт, естественно, если мы с вами лет 15-20, да, собирали эти заболевания, то за 1-2 дня это не изменится, но хотя бы мы пойдем в этом направлении. Противопоказаний никаких нет, единственное, что мы можем увеличивать дозировку. Поэтому защита клетки, то есть препарат на основе пшеницы с активным веществом спиримидин, который мы с вами ждем, но вы уже для себя его имеете в своем каком-то индивидуальном резерве. А теперь у нас с вами получается следующий момент. Относительно, ну, давайте еще раз делаем, сидя. Вот это у нас с вами баланс. Вот относительно инфицированной, левая рука пошла вверх. Как вы понимаете, что нам надо привести обратно в баланс? Что мы делаем? Косточка, чайное дерево. Помним, да? Что у нас еще можно сюда поставить? Мы можем сюда предложить фенхель. Он работает как левомицетин при кишечной, а это на нарушенной микрофлоре. Согласитесь? А если мы с вами говорим об иммунитете, это наша ручка, да? И вот он наш с вами весь арсенал. А теперь вы будете писать или кушать, или не рассказывать. Скажите мне, пожалуйста, вот этот препарат называется омега-3-форта, да? Это знаменитый у нас с вами омега, причем усиленный маслом крилля. Он позволяет нам с вами использовать одну капсулу в день. Удивительный продукт. Причем здесь я не буду вам пересказывать замечательную лекцию, хотел сказать, вашего соотечественника Людмилы Бугреевой. Но смотрите ее материалы, потрясающий материал, причем со всеми выкладками. Именно когда идут споры, омега на сегодняшний момент 60-го производства самая лучшая. Она не подлежит никакой критике. Плюс еще стрелим, она позволяет вам использовать один раз в день. И очень экономично, где 90 капель, капсул хватает на 3 месяца. Скажите мне, пожалуйста, надо ли говорить об обязательном приеме этого продукта в условиях приближающей там 2-3 волны войны, 2-3 волны, там зиму или осень? Друзья мои, это мембран стабилизирующий продукт. Это тот продукт, который мы не вырабатываем, но мы должны дать питание. А теперь чувствуете, как Вселенная нас создала, мы созависимы от этого мира. Мы должны своим питанием дать своему организму все самое лучшее. И от того, что мы с вами дали вкусить, вот то на нас и прилетит. Что такое БАДы? Это биологически активная добавка к пище. Мы с вами за счет этих препаратов пытаемся улучшить качество того питания, которое не всегда совершенно. Но есть при этом надо, вы же понимаете. Тем более сейчас лето, фрукты, овощи. И поэтому, когда мы говорим об омегах, безусловно, есть такой замечательный значок, называется бесконечность. Вот противопоказаний никаких нет. Единственное, что Витал Плюс мы даем деткам, все помнят, да? А мы с вами используем. И используем, опять-таки, вот сюда. Сахарный диабет, сердечно-сосудистый, метаболический синдром. Вы чувствуете, куда мы ушли? Вот здесь это все работает. Следующий, мы все-таки говорим о второй волне, возникает нигенол.
не генол, это масло черного тмина. Это удивительный продукт за счет того, что здесь имеется и омега-3, и омега-6, но самое главное, здесь есть масло черного тмина. Это препарат, который снижает ту самую колоссальную воспалительную реакцию, которая возникает на любой вот реагент именно инфицирования. Еще что интересно, именно он уменьшает и является одним из сильнейших онкопротекторов. Именно этот препарат снижает аллергическую реакцию. Я считаю, что сейчас все процессы внутри нас уже именно аутоиммунные. Поэтому для вас маленькое откровение. Любой процесс, который у вас свыше 6 месяцев, там хронический гастрит, там какой-то хронический эндометрит, хронический, это говорит о том, что там уже есть аутоиммунный процесс, и там обязательно должен быть нигенол. Дозировка нигенола идет по тяжести состояния. Дозировка нигенола идет по весу пациента, чтобы вы понимали. И по той как бы, проблеме, которую вы хотите решить. Здесь мы точно так же, вы должны знать, лечебный продукт отличается от БАДа тем, что активных веществ в нем в 6 раз больше. И если, допустим, идет профилактическая дозировка нигенола один раз, а мне, как врачу, надо решить проблему медикаментозно. Как вы думаете, я могу увеличить эту дозировку в 6? 100%. Но это я все-таки рекомендую делать именно либо врачу назначать, либо это право вы берете конкретно на себя, вот для себя. Я еще что хотела бы вас сегодня спросить. Скажите мне, пожалуйста, я сейчас вот езжу, смотрю, мы уже начали работать на Бекусаре. Я заметила, знаете, какую тенденцию, и мне это очень радостно. И вот мы сегодня говорили о старше вивасане. Я обратила внимание, что те люди, которые вот глубоко погрузились в эту тему и вивасане всей душой, 5-8 лет, они уже интуитивно чувствуют продукт и сами знают, что им принимать. Вот у вас есть такое чувство? Иногда даже какие-то действительно интимные отношения с продуктом, мне вот хочется вот это. Это очень здорово. Поэтому я почему говорю, наша сегодняшняя, как бы, ну, может быть, лекция, потому что я больше говорю, но тем не менее, она говорит о том, вы все это знаете. Конечно, надо пользоваться книгами, конечно, надо пользоваться вот этим материалом, потому что вы все это знаете отсюда, как и я. Я вам практически, как бы, ну, по-своему, но пересказываю вот эти изумительные материалы и плюс, наверное, тот опыт, который я имею. У вас у каждого тоже есть свой опыт. И поэтому, когда возникает ситуация, вы вспоминаете вот эту ситуацию баланса, и вы начинаете понимать, не знаю, что там прилетело, да, но тем не менее косточку можно выпить правильно. Во-вторых, если я 3 дня не какала, то, наверное, все-таки со стимусаном можно флоромах ставить, просто респект, потому что даже занимаясь с вами дыхательной системой, вы же понимаете, как важно в этот момент, чтобы у меня была нормальная микрофлора. А нормальная микрофлора – это наш с вами замечательный фаромакс. А еще какой момент, чтобы мы вот как бы с вами сейчас вот для себя сделали такой акцент относительно вот питания сладкого, относительно воды, которую мы с вами сказали, относительно спорта, который мы с вами еще сказали. Вот почувствуйте тот момент. Я вам сейчас, есть у меня такая фраза, я вам выдаю на конец августа. Лето закончилось, фрукты, овощи в лесу все наелись. Поэтому вы должны для себя знать, как истинный вивасановец, это с вами Лена, да, что в конце августа все должны пройти именно антипролетарную программу. У нас они, конечно, есть такие расширенные, но тем не менее вивасан, он абсолютно толерантен и хорошо дружит с классической медициной. И есть хороший продукт Немазон. Запомните, он продается в аптеке. Единственное, что это проводится сразу же, однократно таблетка, но вся семья. То есть 4 человека, 4 таблетки. И это надо обязательно провести. Это, кстати, один из моментов нашей подготовки ко второй волне. Потому что я сейчас вам все расскажу. Будьте здоровы. Я просто про что вам всем рассказываю. Мы должны создать в себе такие условия, да, чтобы коронавирус негде было зацепиться. Он пролетит мимо, мы ему не интересны. Вот этот очень важный момент. Поэтому нигенол, еще за что люблю этот продукт, он хорошо стимулирует правильную, нормальную слизистую. Обратите внимание, вот у него есть такая вот особенность. Следующий момент и мой любимый продукт, если говорить, зеленый чай.
Зеленый чай, наверное, один из первых для меня был продуктов, который я стала пить, когда возникла вся эта инфекция. Почему? Потому что страдает дыхательная система. И вспоминаем историческую справку. Самое большое количество курящих, самая курящая страна, знаете, какая? Япония, что это, да, это, кстати, здесь написано. Но тем не менее, именно в Японии самое малое количество рака легких. Как-то не совпадение. Вот я говорю, понимаете, как сказать, не все то, что вам декларируют, все время проверяете. Плюс еще Япония пережила Хиросиму. После Хиросимы у них была средняя продолжительность жизни 45 лет. На сегодняшний момент они достигли, представляете, в каком году это, в 45-м же, да, это самое случилось. Вот на сегодняшний момент у них продолжительность жизни до 82, при этом у них при их курении абсолютно нет, что называется, но там, конечно, производства еще нет, это тоже надо учитывать. И плюс у них есть культура приема зеленого чая. Так что сделала компания Вивасан? Компания Вивасан выпустила зеленый чай с мятой перечной. А теперь, если вы прослушаете все ведущие лекции, которые говорят о том, как себя правильно вести во время коронавируса, то здесь микроэлементы селен, а именно селен убирает тяжелые металлы и является обязательным микроэлементом при бронхитах, при раке легких. Здесь у нас с вами медь, здесь у нас с вами цинк, здесь у нас витамины А, Е и С. Да? И плюс я еще хочу сказать, когда мы говорим про питание, и вот эта структурная единица легких, вот она, это альвеола, она изнутри прокрыта такой оболочкой сурфактан, такая жировая оболочка 90%. Поэтому я вас очень прошу, 20 грамм сливочного масла в день на период коронавируса есть обязательно. Сахар убираем, вы это уже услышали, воду теплую пьем, и при этом мы с вами обязательно добавляем сливочное масло. Это очень важно. Но тот, кто из вас не вегет, если у кого-то там такая культура, я туда, но все остальные, это на период нашей с вами именно второй волны. Сейчас зеленый чай я всем рекомендую. Вот сегодня, вчера и завтра. 3 дня очень весеннего солнца, очень сильной радиации. Друзья мои, зеленый чай обязательно принимайте, он убирает, снижает этот фон. И плюс это единственный, один из первых наших продуктов БАДа, который можете начинать давать ребеночку с 6-месячного возраста, ну там только пилюшечку это надо само раскрошить, чтобы это было удобно, и до самого возраста. Он не имеет никаких противопоказаний, он сильнейший антиоксидант, он с такими выраженными своими лечебными свойствами, что вот лето – это его период. А если мы говорим о легких, вспоминайте сразу Японию, то это еще раз подтверждает эффективность этого препарата на эту проблему. Сразу же показываю вам разговоры о детках чудесную ацеролу, но здесь я, как бы сказать, долго не буду, мальтийская вишня очень вкусно, витамин С везде и всегда. Поэтому сумочки есть, если хотите помочь своему ребенку, единственное, что я вас очень прошу, ацерола в большом количестве, но она может быть аллергеном. Если целый пузырек ребенок съест, не надо это делать. Ничего страшного не будет, но не надо его делать. Обязательно используем дозировки. Куркумин тоже удивительный препарат, который идет на очистку. Чувствуете, мы все время с вами, знаете, есть такое выражение, чисто не там, значит, где убирает, а там и не солит. Но я могу вам сказать, жизнь такова, что чисто там, где убирает, правильно? Да, и не солит. Вот это вот. Идем навстречу друг другу, как и здесь. Поэтому куркумин в ведической культуре один из лучших продуктов, который как раз настроен на очистку, и здесь мне что нравится. Он прекрасно работает при сахарном диабете, прекрасно работает на поджелудочную железу, на печень, сильнейший противоинсулинный препарат. И плюс это наша гордость в том плане, что это первый препарат, который выпущен по технологии GMP. Здесь очень высокая биодоступность. И достаточно низкая цена куркумина, потому что настоящий куркумин – это очень дорогое вещество, очень. За счет нанотехнологий из небольшой дозировки куркумина мы получаем блестящий большой результат. Причем это еще и растворимая форма. Их растворимых форм не существует. А вот это с бантиками и без бантиков. Значит, наверное, уже наша сиропа. Это можно говорить также детская группа, но детская, если мы только детские используем с вами
формы, но я бы сказала, что это основная группа на момент, давайте скажем, вторичной профилактики. Согласны? Вот здесь все, что я вам сказала, мы с вами делаем ежедневно. И сегодня, и не надо нам говорить, что осенью будет обострение. Оно всегда было и есть. Поэтому мы сейчас осенью укрепляем, летом себя укрепляем. А вот эти уже препараты, если я уже нахожусь в эпицентре, и если я понимаю, что, как вам сказать, я где-то простыла или кто-то из моих домашних заболел, я начинаю использовать. Первый момент, помните, иммунфит. Мы поднимаем с вами правую руку. Иммунфит – уникальный продукт. Смотрите, здесь очень хорошо. Здесь тимьян, который обладает отхаркивающим эффектом. Очень идет. У нас с вами еще есть тимусан, не забывайте. Но этот я продукт люблю больше. Он немножко пошире по диапазону. Здесь идет тимьян, здесь идет эхиноцея, здесь идет шалфей. Здесь у нас с вами идет шиповник. Просто потрясающая форма по одной столовой ложке. Два, я даже говорю, если заболеваете, понимаете, вот начинаете вы чувствовать, что заболеваете. Любой человек понимает, да? Максимально 15 капель косточки. Начинаете по 3 столовых ложки пить это самое, или иммунфита. Если у вас этого нет, вот очень люблю вот этот замечательный продукт. Маринга арония. Почему? Потому что маринга арония, если вот иммунфит, все-таки я его рекомендую, вот сюда он уходит, вот сюда. То есть заболеваю и все, то есть должны быть четкие показания. По маринге аронии можно пить здесь, Ну, здесь, понятно, медицина будет заниматься и на реабилитацию. Что такое маринга? Это дерево жизни, это индийское такое удивительное растение, живет в пустыне, причем можно корни, плоды, можно кушать листья. То есть совершенно, если был создан фасон для вот именно пустыни, можно питаться. Большое количество белка, аминокислот, там идут витамины. А дети с какого возраста? Если мы говорим про маму марингу, я рекомендую 6 лет. Не 12, а 12 лет уже с вами взрослые, 6 лет, только уменьшим дозировку. Можно до 6 лет, я думаю, что можно будет черничку подавать до 6. Вообще до 6 лет я вообще стараюсь детей держать на правильном питании. Следите до 6 лет, как он какает, чем его кормите. Восстановите ему собственный иммунитет, друзья мои, не надо будет даже дополнять. Дети – это наш кишечник, как мы их кормим. Так вот здесь он на эндорогии. И плюс еще здесь такая, понимаете, как сказать, супер такой микс, коктейль. Маринга и плюс еще арония, черноплодная рябина. Черноплодная рябина, опять-таки, хорошо идет на сахарный диабет. Работает прекрасно с щитовидной железой. Прекрасно снижает холестерин. Удивительный напиток, причем, я могу вам сказать, идет на реабилитацию. Вот как раз это ваша чудесная приятельница. Смотрите, Таня как раз об этом рассказывала. Есть вот такой момент. Вы уже понимаете, есть ситуация, 41 год, женщина, да, муж принес, и тем не менее она заболела и заболела. Отсюда стоит вопрос, и поэтому мне бы хотелось узнать, ведь если она заболела вот так, я правильно понимаю, если в масштабе, то значит надо разбираться, что было с иммунитетом. Услышьте меня, 3 поросенка, если у вас хороший иммунитет, вы не волонтер, то есть вы не работаете в реанимации, вы не работаете врачом, то я могу вам сказать, возможность уйти сюда и сюда минимальна. Если же у вас, вы меня услышали? Поэтому в данном случае и ей надо сейчас максимально разобраться, поднять реабилитацию. Почему реабилитация? Потому что перенесенный, к сожалению, этот вирус, но он вирус ассоциированный, я четко знаю, понимаете? Он ушел, знаете, как сказать, ложечки нашлись, а осадок остался. Все дело в том, что он запускает механизм последующего фиброза легких. Легкие начинают, как вам сказать, терять свою функциональность. Они здесь возникает фиброз. А это аутоиммунный процесс. А это все равно, я считаю, та микрофлора, которую мы не успели преобразовать благородно. Вот это надо здесь обязательно с ней позаниматься. Уходим дальше. Иммунфит, если бы я вам уже рассказала, как. Смотрите, у нас, кстати, в иммунфите у нас с вами еще есть чудесная бузина. Очень люблю бузину, особенно сейчас. Можно пить в холодном виде, можно пить в горячем виде, в зависимости от сезона. Патагонная, жаропонижающая, прекрасно
он у нас с вами обладает мягким дезодорирующим эффектом, обладает очень хорошим противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом. А есть еще одно средство, мы сейчас приходим, ну, как бы в лето находимся, немножко как идет момент такого вот отделения, прием замечательной бузины с тремя каплями косточки позволяет, не нарушая вот отделение, убрать не всегда приятный запах. Мы убираем такую микробную флору, так что возьмите себе на заметку. Вот это следующее, ну, это наши с вами аксессуары. Когда я говорю о эфирных маслах, то понятно, либо используем кулоны, либо используем аромалампы, причем любых видов, да, либо мы просто с вами делаем ингаляции. Но это в каждом доме, я имею в виду, свой способ именно обогащения нашего именно атмосферного воздуха должен быть. И вот у нас с вами чудесная совершенно композиция. Наверное, самая лучшая композиция, которая нам сейчас нужна, респира, легко дышу. Потому что именно, как сказать, вот эта инфекция, о которой мы с вами говорим, она сужает проводимость за счет воспаления. И здесь, как сказать, нарушается отток, вот этот сухой кашель. Очень много говорят о снижении обоняния. Я могу вам сказать, работайте с эфирными маслами, но в команде. Вы должны понимать, вирус, он не один пришел, он поднимает, что называется, всю нашу патогенную микрофлору организма. Так и мы, когда начинаем заниматься здоровьем, мы используем целую программу и систему. И здесь нам с вами помогают наши масла. Поэтому, наверное, вот чтобы закончить вот сегодняшнюю нашу с вами лекцию, я хочу вам всем пожелать, безусловно, здоровья. Я хочу вам еще... Я хочу вам всех вот такого благополучного здоровья, равновесия. И даже если вот так случается, делаем так, да, мы четко понимаем, что мы с вами всегда уйдем в баланс. Вот чтобы вы не боялись. То есть вы должны понять, да, я заболела, и что? Значит, что со мной? Я должна убрать инфекционный агент, я должна поднимать свой иммунитет. Присаживайтесь. Я знаю, как я ем, я знаю, как я сплю, правильно? Я знаю, как я пью воду. Вот эти замечательные вещи, которым я вам сегодня, что называется, ну, наверное, мы просто с вами вспомнили. Ничего нового не услышали, но как-то систематизировали. И моя задача была убрать страх. Страх – это всегда невежество и незнание. Сейчас у вас эти знания есть. Если, как сказать, этого недостаточно, у вас есть эти чудесные книги, которые вы приобретете. И осталось буквально 3 минуты. Прямо вот как бы скажите на сегодняшний момент, что в вашей аптечке вот из этой лекции не хватает? Да, что вы точно знаете, что вам надо взять? Не геном, умница. Молодец, знаете, почему геном, да? Хорошо, Танечка, что вам не хватает? Я пусть не знаю геном. Отлично, мне нравится ваш выбор. Вам что не хватает? Я еще дыши купила. Что? Дыши композицию. Дыши, респира, правильно. Хороший выбор, потому что более чем правильный выбор. Поддерживаю. Что вот вам? Зеленый чай, дыши. Отлично, отлично. Зеленый чай особенно. Вы молодец, потому что август обещает, что будет такой же. Вы у нас такая вот именно природная. Вы красивая очень, да. Я масло не покупаю. Хорошо. Мне это нравится. Теперь смотрите, видите, в каком диапазоне мы работаем? Дрифорт уходит на левую руку и на правую. Вам на сегодняшний момент что показалось правильно иметь в своей аптечке? Наверное, зеленый чай. Зеленый чай, хорошо. Значит, он пьется по 1-3 раза в день. У него есть только маленькая особенность, он чуть-чуть поднимает давление. И если есть склонность к давлению, то тогда переводите дозировку в половину меньше. По половинке 3 раза в день. Это вдруг родителям будете давать. Так, ну вы сегодня насытились общением, я правильно? На тоже был. Так, а что по, так сказать, нашему плану безопасной осени? У меня много чего есть, но я мужу возьму зеленый чай. Молодец. Раскурит, пусть пьет. Да. И не забывайте Валентину Викторовну. Это я уже взяла. Да. Валентина Викторовна, как вот лучше? Все-таки по две сразу или... Вы знаете, я могу вам сказать, если, допустим, человек пьет много, да? Много. Там это самое. То вы можете ему две сразу.
А если у него небольшой прием, я же не знаю с ним, то вы можете, я имею в виду количество приемов в день. Да, если немного, то разбейте на два раза. Если так много, то разбейте однократно. Валентина Викторовна. Я посмотрела, как профессор сказал, кроме бодрости. Мне так нравится, когда вы ее рекомендовали всегда. Угу. Ваш коммерческий разговор. Угу. Ну, бодрость, я могу вам сказать одно, просто мне как-то странно, если у вас еще ее нет. Да? 27 минералов и витаминов. Это единственное, что может быть сейчас, есть у меня маленький такой момент, пока мы с вами в лете, да, я бы вам рекомендовала бодрость начать 15 августа и вашим детям, потому что мы там плавно с вами уйдем в осень, все равно начнутся уже дожди, уже все равно прилетит, начнется респираторная инфекция, и поддержать надо заранее. Но раньше мы детей готовили в школу, я всегда говорю, готовьте детей за 2 недели. Поэтому с 15 августа уже начинайте. 27 минералов и витаминов, причем какая здесь очень интересная методика, корпускулярное напыление. У нас с вами каждый отдельный элемент всасывается, что называется, раздельно, то есть никакого винегрета нет. Очень, и плюс тут само по себе, о чем мы всегда говорим, высокая биодоступность. Здесь йодистый калий. Обратите внимание для тех, у кого щитовидная железа и кто пьет препараты йода. Тогда нам с вами витамины нельзя. А все остальные, пожалуйста, 100 капсул, и поэтому вся семья, и бабушки, и дедушки, и родители. Прекрасно. Это вот. Но с 15 августа. Согласна с вами. Что вам сегодня показалось необходимым? Ну, вот, ты да что там? Да. Да, хорошо. Так, аптечка все есть, да? Хорошо. И зеленый чай. Вот я рада, потому что, значит, не зря. Вы любите зеленый чай, как я. И он очень приятный. Так, что вам стоящая свеча дала? Обязательно куплю для диффузора композиционной тиши. Да. И уже был у меня экстракт грейпфрутный косточек, но обязательно еще куплю, она готовится к осеннему. Да, я сегодня ввожу грейп, да, Марина? Да. Я подтверждаю все, то, что у нас нету, я уже это правильно, это очень хорошо. Ну, у вас уже все есть, но есть ли то, что, как бы, что у вас сегодня, что подтвердило вас, или какое-то, что нового сегодня услышали? Нового ничего, но... Да. Ну, может быть. Нет, достаточно, как мы услышали, какие-то нюансы. Сделали, что спасибо. Нет, я вам хочу сказать, мне бы было очень жаль, что если бы это было для вас новое. Понимаете, моя была какая задача, мы немножко с вами вспомнили, и самое главное, чтобы вы четко понимали о том, что, ну, опять-таки, 3 веселых поросенка, вспоминаем классику, есть иммунитет, хоть что прилетит, есть какая-то зависимость, понимаете, хоть что, это называется адаптация, это называется вообще мудрость жизни, это то, чему учит Вивасан, это вот правда. Так, спасибо большое. Да. Вы так хорошо рассказывали про Виварум, некоторые на него подсели. Что нам делать? Друзья мои, сейчас есть хорошая новость, приятная новость, чудесная новость. Ну, во-первых, могу вам сказать, первая задача какая. Сегодняшнюю, действительно, вторая волна, все очень хорошо вивасансы могут пережить, не только благодаря вот той системе, которую мы с вами рассмотрели, а, конечно, благодаря, как вы понимаете, защите клетки. Это обязательно будем использовать и Вивароме, потому что именно здесь Слайс-синдром пошел, то есть здесь начала страдать сосудистая система, кто читает, да. И Вивароме, он к нам вернется, это уже точно, мы разговаривали, да. И самое главное, смотрите, как работает президент и вообще-то компания. В силу того, что он нам показался дорогим, а все-таки, да, и мы не смогли их выкупить, это все это. Что сейчас делает компания? Сейчас сохраняет ту же дозировку, меняется упаковка, там по типу саше будет или мешочков, то есть мы уходим об этой дорогостоящей стеклянной упаковке, и он вернется к нам обратно в более экономичном варианте. Поэтому он будет, мне тоже это очень приятно, потому что тема аспирина как антибиотика все более и более животрепещущая, и мы все больше и больше получаем осложнений. Хороший, огромный вопрос, потому что все те, кто начал первую волну лечить на аспириновой группе, получили осложнение, потому что вы помните, что аспирин можно принимать с 18 лет, и одно из осложнений аспирина именно бронхиальная астма.
То есть, вы понимаете, как сказать, это взаимоисключающие такие вот процессы. Поэтому будет, будет, ждем. И я очень, очень рада, что вот могу вам сказать хорошую... Я вообще люблю хорошие новости рассказывать. Так, хорошо. Можете до конца пояснить по тесту Бутейка? Да, значит, могу вам сказать, когда вы делаете задержку, то до 20 секунд это где-то слабая троечка, надо срочно над этим работать. От 20 до 30, как вам сказать, тройка с плюсом, и мы начинаем с вами говорить о хорошем результате. Давайте о хорошем. Хороший результат 60 секунд. На выдохе? Нет. Вы дышите, вы можете открыть. И задержали, вот выдох произошел. Задержка. И вы задержали, да, потому что это называется контрольная пауза. Если вы до минуты додерживаете, все блестяще, это вы молодец. Если у вас от 40 до 60, работайте над этим. Все то, что идет, допустим, от 30 до 40, это такая тройка с плюсом, но вы еще в ресурсе. Что, все, что 20, это обязательно этим надо заниматься. То есть это вот прямо, как сказать, дыхательное, не могу сказать, что недостаточность, но в горы с вами не пойду. Вот так вот. То есть вы не перенесете никакой большой нагрузки. Вообще откройте, да, вот мне уже показывают чудесные знаки о том, что это самое, я перевыполнила план, вы должны были с вами полтора часа. Но вот у нас сидит очаровательная, я ответила на ваш вопрос? Да. Да? Девушка, что вам сегодня, что в вашей аптечке хочется? Все есть, молодец. Я надеюсь, что никто не болеет вокруг вас. То есть к осени готовы? Вообще, правда, пусть он летит мимо, я ему запишу, пусть это будет третья, четвертая волна и так далее, и так далее. Танечка, вы сидите грустно, все будет хорошо, все выздоровеют. Да, ну, так. Просто знаете, когда анализирую вообще видео, она немножко уклонилась. Так, стоп. Мы никого не обсуждаем, не осуждаем. У вас есть план, вы приходите, ставите ей руки, понимаете, куда ушел иммунитет, и начинаете с ней говорить о балансе здоровья. Да. Хорошо, что дало лично для вас? Она слишком сильно стала изучать, что такое коронавирус. Что вам лично это дало? Что вам лично? Дало? Вам страшен коронавирус? Я не думаю. Правда, он о вас не думает. Вот это самое тоже очень правильно. Да. Там, где внимание, там энергия. Думайте о здоровье, о близких, о красоте. О сексе думайте, Господи. А вообще два месяца. Нет, но если вы не заболели, все нормально. Сейчас зеленый чай, защита клетки, Витал Плюс. Да, я больше говорю Витал Плюс. Это право выбора. Это да. Только до зеленого. А вот защитарка у меня вот нет. А вот почему нет? А это респира. Томас, это же самое. Он же ходит в горы. Это, кстати, как... Да, это вот от него. Это от него. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Так, вам что дала наша встреча? Что вы думаете, как встречать осень? Я думаю, что пошли защиту клетки. Очень хорошо. Я уже купила. Да, вот сегодня за наше здоровье, пожалуйста. Не забудьте, все придете, все выпейте косточку, друзья. Мы все равно мы были в массовом таком обществе. Танюшечка. Я защиту выпью, и я еще и хорошо. Сколько мне... Есть еще один продукт, мы о нем не будем говорить. Артишок, расторопший холин. Чудесный продукт. Просто... Да. Вот я за защиту клетки. Да. Что у меня такой результат, да? И спрашивают, что за результат, я сам всегда молчала. Но сейчас как-то смотрю. Поделитесь. У меня стало вот это кулинарное неприятность, отслоение сетчатки. Почему? Потому что глаз стал как молния расходить перед глазом. Представляете, сверкала молния вот здесь. Ну, как бы мне сказали, отслоение. Ну, я не проверяюсь, не хожу туда. Ну, такая вот в последнее время, за 18 лет, глаза стала вот такая. Чувствуете, я удивляюсь. У меня там это мигает, я знаю, что у меня отслойка, но я никуда не хожу. Да, да. Ну, нелогично. Ну, да, я знаю, понимаю. Ну, это какое-то упражнение, там, не делать два отделки, что-то, ну, много чего делаю. И вот этот человек из защиты клетки, и я почувствовала начали здесь, а потом ушло это все. Угу. Ну, пойдите, ну, поразите окулиста, пусть он вам скажет, что вы здоровы. Ну, еще что-то, еще значит, перед еще процесс. Да. Я почему хочу... Я уже думаю, надо несколько упаковок. Нет, то, что несколько, это да. Это выйдет у нас с вами на уровень омеги.
Это точно так же. Все, кто понимает, что он 20 плюс, да. Ну, пожалуйста. А это нужно с вами какие-то вместе? Конечно, это нужно, потому что это совершенно разного. Да. Это 5 препаратов. Это просто замечательно. И два перенаружи одновременно. Да. Конечно. Вообще, надо сказать, нужно не бояться этот коронавирус. Я им переболела в 2013 году. 2 месяца мне кололи антибиотики, 2 месяца, да. 2. В общем, из ушей полезли грибы, изо рта полезли грибы. Чьи это были грибы? Мои это были грибы, друзья мои. Да, ну, в общем, я лежала в серьезной потом больнице, когда меня укрепили после МП. Но я осталась жива. Реабилитация. Реабилитация была 9 месяцев. В 9 месяцев я не могла мыть пол, я не могла ходить по квартире, я просто передвигалась. Вот. А легкие восстановились через 3-е КТ. То есть 3 года, 3 КТ после этого восстановили. А Ивасан, сколько в вашей жизни уже? Ну, тебе не помню, давно. Ну, он раньше? То есть вы заболели на фоне... Нет, я тогда была абсолютно здоровым человеком. Занималась. Ну, Виварун ваш. Вот уже 2 сигнала, но у меня только остался один человек, которого я не могу. Что вам дала сегодняшняя встреча? Ну, помню, да, мы не пила. Зоря у меня есть. Хорошо. Спасибо, Великая. Все. Да, мы сегодня, да, вот так вот. Хорошо. И у нас с вами замечательный мужчина, один единственный. Скажите, пожалуйста, что вам? Все-таки вы же участвовали в этом. Было ли что-то вам полезно? Да, все практически. Да? А камера у нас была вот сюда, посмотрите. Ну, это уже как бы, да. А скажите, пожалуйста, у вас что-то, косточка есть у вас дома? А, нет. Да? Ну, вот, как вам сказать, я обычно платно консультирую, вам сегодня бесплатно. Косточку возьмите, потому что, друзья мои, сегодня все, кто придет домой, пожалуйста, придя домой, 7 капель косточки выпейте. Обязательно. Мы все равно были с вами в массовом таком помещении. Все. Всем огромное спасибо. Вы знаете, что руки можно за 250 рублей. Да. Не входит в оборот. Но очень хорошо. Да. Это вот мы сегодня приехали. Пожалуйста, приобретите домой это продукт. Спасибо. Спасибо. Поэтому вам спорт нужен. Да. Вам спорт нужен, и вы, я даже чуть-чуть, и у вас действительно сами люди, которые есть психосоматика, они дают вот эту вот печать вам как никак.